буквенное обозначение в наименовании AT9933 драйвера постоянного тока для светодиодов компании SuperTex подчеркивает основное предназначение микросхемы для автомобильной техники, хотя параметры ее могут удовлетворить и производители других групп товаров, где используются мощные светодиоды. AT9933 представляет собой улучшенную модернизацию выпускающейся для широкого применения микросхемы HV9930 и полностью соответствует автомобильному стандарту IEC-Q100 с верхним рабочим диапазоном температуры до плюс 125 градусов Цельсия. Конструктивно AT9933 представляет собой шин-преобразователь, способный работать на различных рабочих частотах, например, от 300 до 500 кГц, и использующий малошумящую, чистую от помех и выбросов, повышающую и понижающую напряжение BAST-BAC технологию ЧУКа. При этом AT9933 использует защищенную патентом SuperTex гистерезисную схему управления током как по входу, так и по выходу, которая обеспечивает защищенность от выбросов на входе без организации компенсационных обратных связей. Таким образом, производится ограничение тока по входу при включении, ограничение напряжения по входу и защита выхода от перегрузки, в том числе и при коротком замыкании. Потребительские качества микросхемы повышает наличие регулировки выключения нагрузки с использованием низкочастотных шин импульсов, скважность которых может варьироваться от 0 до 100% и частота до нескольких кГц. Основные свойства. Драйвер постоянного тока для светодиодов. Повышение или понижение входного напряжения. Низкие электромагнитные помехи. Встроенный линейный регулятор напряжения до 75 вольт. Чувствительность по входному и выходному токам. Ограничение входного тока. Регулировка и выключение нагрузки. Рабочая температура до 125 градусов Цельсия. Соответствует автомобильному стандарту IEC-Q100. В автомобильной светодиодной светотехнике AT9933 может использоваться как стабилизатор-регулятор тока для всех типов осветительных приборов. Например, передние фары, задние фары, противотуманные фары, внутреннее освещение кабины и декоративная подсветка. Высоковольтная технология и полная защита входных и выходных цепей обеспечивают защиту светотехники от нештатных ситуаций с питанием в автомобиле, например, при отключении аккумулятора при работающем генераторе. Выпускается микросхема в корпусе SOEC с 8 выводами по бессвинцовой технологии. Полное наименование микросхемы AT9933LG-G. Принципиальная схема стабилизатора-регулятора тока светодиодов не содержит дорогих и громоздких компонентов, что позволяет создавать компактные, высокоэффективные и недорогие блоки управления светотехникой размером примерно 3 на 5 сантиметров.